Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 7.1.1.4. Здесь у нас очень простой он, пакет трейсер. Здесь нам нужно узнать, что такое контроль доступа ACL. Это когда мы можем настроить группу доступа на определенном порте чего-либо маршрутизатора, на определенном порте маршрутизатора, и сделать, например, доступ к какой-то сети от какого-то устройства недоступным. То есть, например, чтобы у нас, вот у нас есть ПК-1, не может отправить пинг-запрос на ПК-4, потому что ему закрыт доступ через ACL. Давайте это, например, проверим. ПК-1, десктоп, командная строка, пинг. Здесь у нас не данный IP, нужно открыть ПК-4, посмотреть его IP, десктоп, IP. Скопируем его IP-адрес. И отправим пинг-запрос. Видим, что у нас пинг отправляется, но у нас destination host unreachable. Это нам отвечает наш R1. Вот это его IP-адрес. Дальше нам нужно зайти в R1. Командная строка. Enable. Здесь прописать show access lists. И посмотреть, вот наш настроен список доступа. Он запрещает доступ вот к этой сети. А все остальное разрешает. Все, кроме доступа к этой сети. И нас просят в этом задании его удалить. Для этого мы заходим на интерфейс. Configure Terminal. Заходим на интерфейс, на котором настроен этот список доступа. Копируем интерфейс, можно. Тут все команды даны, их можно просто копировать. Находим на интерфейс и вводим название этого интерфейса, но перед ним no. То есть мы отключаем этот список доступа для этого интерфейса. И теперь его можно отключить полностью, прописав в конфигурации вот эту команду. Все. Теперь давайте сделаем то же самое с ПК-1, пропингуем на тот же ПК-4. Пингуем, ждем ответа. Ждем ответа. Первый неудачный. И видим, что все остальные удачные. Значит, пинг у нас проходит успешно. Еще раз пропингуем. И все будут успешны. Все. Мы убрали список контроля доступа. И посмотрели, что это вообще такое. На этом это задание заканчивается. Отвечайте на вопросы в PDF-файле. На этом все. Пока.